Сейчас выйдет певица, которая действительно умеет удивлять, когда она выходит на сцену. Это настоящий праздник, хотя песню она будет петь очень серьезную. Народная артистка России Надежда Кадышева! С песней Виктора Цоя «Перемен». Неподражаемая Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо». Пусть все будет хорошо и прекрасно. Мира, счастья, благополучия. Низкий всем вам поклон. Ой, Надежда, и вас с праздником. Спасибо большое, возьмите цветы. Красивых вам костюмов всегда. Спасибо. Оригинальное исполнение. Вообще, когда Надежда стала петь «Требую перемен»,